Синоптики просят жителей края не паниковать. Погода вскоре изменится, метели утихнут уже этой ночью. Вся эта штормовая погода к ночи будет сходить на нет, и, соответственно, осадки будут ослабевать. И завтра уже с утра можно по всей территории края ожидать антициклональный тип погоды. То есть будет спокойно, морозно и безветренно. Морозно будет во всем регионе. В отдельных районах столбик термометра опустится до минус 30 градусов. В настоящее время на северо-западе края ветер уже стих, а количество осадков почти уменьшится на всей территории региона. Месячная норма осадков в крае была превышена уже в середине января. Синоптики отмечают, что последний раз такая погода была зафиксирована в 2001 году.